Так, ребята, ну не падайте со стула, пожалуйста, не надо. Леха там ничего, сегодня трезвый абсолютно. Вот. На отечественном автомобиле? Конечно, на отечественном. Я всегда говорил, что люблю автомобили ГАЗ. Потому как? Ну, потому как, да, это самый надежный отечественный автомобиль. И что сейчас самый надежный отечественный автомобиль вам предлагает? Это очень большая машина. Традиционно, ну, про Волгу говорить о том, что в Волге тесно и неуютно, никогда не сказал бы. И сзади на этом автомобиле можно сидеть легко втроем. Тесно не будет. Этот автомобиль, ну, к сожалению, он сейчас уходит. Но сейчас есть возможность очень-очень быстро, буквально, ну, в течение месяца-двух, раскупить остатки. Потому как? Потому как все, закончилась эра заднеприводных классических полноразмерных автомобилей отечественного производства. Сколько стоят заднеприводные автомобили классические? А я вам скажу, сколько стоит. Типа BMW, пятерка, да? И типа Mercedes. Больше, ребята, других автомобилей на заднем приводе не осталось. Ну, вопрос. Вопрос должен быть снят сам собой. Сейчас в этот автомобиль стоимостью от 270 тысяч рублей теперь будет жестко и по-больному. И вы подумаете, что какой автомобиль вам надо приобрести. Так вот, в этом автомобиле, ну, абсолютно новая обивка. Волга никогда не щеголяла гольным металлом. Новая торпеда, новая панель, новая подсветка приборов. Что здесь есть? Здесь есть магнитола Blaupunkt на компакт-диск проигрывателя. Здесь есть климат-контроль. Нормально? И если я правильно понял, этот климат-контроль вам еще показывает температуру забортного воздуха. Вот так вот. Ну, кое-что от Волги осталось, конечно. Но опять же, давайте поговорим о экономии. Сейчас мы очень быстренько решили считать все деньги. Бабушки меня начинают прикалывать. Набрали кредитов, экономят даже 23 рубля. И сидят в очереди в банке. Смысл? Ну ладно. Бабушкам понятно. Сюда можно легко проинсталлировать газовое оборудование. Ну, традиционно Волга являлась автомобилем как для такси, так и для больших дальних переездов. И сами подумайте, инсталляция газового оборудования — это добавка в цене 24 тысяч рублей. Куда на этом автомобиле можно будет поехать с двигателем от Chrysler? Да куда угодно. То есть вы не ограничены вообще в возможности перемещаться, в возможности ремонтироваться. И я вам скажу, что вот была у меня Волга, да, было дивное время. Ну, возможно, время это прошло. Да, сейчас я езжу на иномарках, не на самых дешевых, скажем честно. Тот, кого с детства любишь и чья первая любовь, она не забывается. А как Волга может ездить? А я вам скажу как. У нас в корпункте, погибшем корпункте Челябинского телевидения, был такой, знаете ли, когда еще ЧГТРК была, типа, ФГУП, типа, такая крутая вся, типа, где начальник в тапочках ходит до сих пор. Вот, у нас была такая Волга, дал ее нам могучий комбинат. Ох, как я удивлял всех по трассе. На 406-м движке-то, на 150 лошадиных сил, ах. И даже в первый раз в жизни я сделал проход по гололеду с контролируемым, точнее неконтролируемым отрывом и передней и задней оси. То есть, ну, Мерседесы, так скажем, и BMW очень сильно удивлялись, потому что в то время ограничений таких и жестких штрафов не было. А гоняли мы лихо-лихо. Вот. То есть, ну, машина, конечно,
такую машину вы сейчас уже не найдете, и «Одноклассники» стоят совершенно других денег.